Меня зовут Джим. Я Лорен. Заказал тебе острых креветок с соусом. Боже мой! Ого! Какой острый соус! Ты выпил мое пиво? Кто-нибудь, дайте мне воды! Вот, выпей лукового супчику. Больше никаких свиданий. Я должен проводить время с детьми. Ну что, пойдем? Уйди! Джим, что тебе нужно? Она сказала, ты ей не интересен. Поверь мне, Фродо, я от нее тоже не в восторге. В ресторане перепутали наши карточки. О, Лорен, надо поговорить. Что случилось? У нас с Диком все кончено. Никто никуда не едет. Куда он хотел тебя отвезти? В Африку. Его фамилия Теодополис? Да. Это мой босс. Мои мальчики все отдадут за такие каникулы. Мистер Теодополис, это Джим. Я бы с радостью. Может, вы продадите мне эту путевку? Подожди, я скажу мальчикам. Погоди, я скажу девочкам. Мы едем в Африку! Да! Welcome to Africa. Welcome. Здесь круто, мам. Чего он здесь делает? Не говори с моим отцом в таком тоне, задница. Следи за языком. Она может говорить задница, если хочет. Задница, задница. Не ты. Вы готовы к самой романтической неделе вашей жизни? Я не мылся с самого приезда. Я знаю, ты воняешь, мне так нравится. Все готовы увидеть настоящую Африку? Это самый лучший день. Вы показываете папе средний палец? Что ты, нет. Даже в природе встречаются смешанные семьи. Похоже, я неверно истолковал ситуацию. Что? Красиво! Вау! Бензин, твою мать! Что? Начинай бежать! О, боже мой!